Всем привет! Меня зовут Лена, и это «Живая еда». Сегодня с удовольствием поделюсь с вами рецептом полезного и новомодного десерта из семян чиа. Это будет вкусный пудинг, много раз проверенный на себе и близких. Десерты из семян чиа сейчас набирают большую популярность и во многих ресторанах стоят в меню как особенное блюдо. Да и все поклонники здорового питания воспевают этот суперфуд. Польза семян чиа. Являются источником омега-3 жирных кислот, улучшают работу мозга, снижают уровень содержания холестерина в крови, и это отличная профилактика от болезни сердца. Нам понадобятся 2 столовые ложки семян чиа, 150 граммов молока, столько же ягод или фруктов, сироп топинамбура или мед, инжир и какао для любителей шоколада. Многие хотят приготовить десерт с семенами чиа, но думают, что это сложно. Смотрите, все просто. Сначала мы смешиваем молоко с нашими семенами. Нужно все очень тщательно перемешать и оставить на 15 минут, чтобы семена набухли. В это время нарезаем фрукты. Я взяла сливы этого урожая. Крупность кусочков определяете сами. Затем добавляем сироп по вкусу. Наш пудинг практически готов, но мне захотелось немножко шоколадного оттенка, поэтому я делю все пополам и в одну порцию добавляю какао. В одной порции 350 калорий, белков 13, жиров 17, углеводов 37 граммов. Мега-десерт за 15 минут готов. Добавлю еще немного пользы, украшу его поверх инжиром. Сейчас он как раз появился на полках магазина, и я сейчас держу очень полезный фрукт, он насыщен минералами и витаминами. Чиа-пудинг готов, но согласитесь, это очень просто и быстро. Всем полезного и вкусного завтрака!